Метроэкспо 2019. Возможность общаться с самыми интересными гостями. Наталья Новоселова, наш непростой гость, это эксперт. Наталья выступала сегодня с очень интересной темой, и об этом мы хотим с вами немножко поговорить. Наталья, здравствуйте. В первую очередь хочу поинтересоваться, как ваше настроение? Добрый день. Настроение отличное. Тема моей программы была повышение эффективности розничного магазина. Эта тема всегда актуальна для розницы, поэтому слушатели интересовали многие моменты по повышению среднего чека, количества покупателей, рентабельности розничного магазина, аналитики. На все эти вопросы я попыталась ответить в своем семинаре. Расскажите, какие существуют действительно эффективные приемы для того, чтобы эффективность увеличивалась и возрастала? Ну, в первую очередь, конечно, розничный бизнес необходимо контролировать. Самые основные вещи для того, чтобы покупателям было интересно и комфортно покупать покупки в магазине, зависит от обслуживания покупателей в торговом зале. Соответственно, очень многое зависит от продавцов для того, чтобы они соблюдали стандарты, приветствовали покупателя, предлагали ему самые интересные позиции в своем ассортименте. Эти моменты необходимо контролировать, и, как правило, это повышает эффективность, конечно же. Ну и, соответственно, самое основное – это довольный покупатель, который еще раз к вам придет, в розничный магазин имеется в виду, и будет вашим лояльным, может быть, даже на всю жизнь, особенно если это формат магазин у дома. Но мы к этому действительно стремимся, сделать жизнь покупателя проще, лучше и комфортней. Я понимаю, что тема вашего выступления содержит достаточно подробное такое выступление, но наверняка после вашего выступления вам задавали большое количество вопросов. Да, конечно, задавали вопросы, потому что на сегодняшний день для бизнесменов очень важно, какими инструментами они могут пользоваться при анализе вообще своей деятельности, какое программное обеспечение выбрать, какие требования к нему предъявить. И поэтому эти вопросы для них стратегические. И, в общем-то, я поделилась своим опытом лучших практик, которые существуют на сегодняшний день в розничных магазинах. Применение программных продуктов, как мобильных предложений, так и товароучетных систем, что очень важно для того, чтобы считать прибыль, количество посетителей, покупателей и другие ключевые параметры розничного магазина без программного обеспечения обойтись. Как можно к вам обратиться тем зрителям, которые находятся у нас в онлайне, но если вдруг они захотят обратиться к вам как к эксперту или к консультанту, где вас можно разыскать? В интернете есть сайт «Суперрозница». Там указаны телефоны, электронная почта, поэтому в любое время можно со мной связаться. Делайте свой бизнес эффективнее вместе с нашими гостями-экспертами. Мы желаем вам продуктивного завершения дня. Ну, а мы продолжаем вести прямой репортаж. Спасибо.